сегодня улыбка. Вечер, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки. Вот для солдата главное. Сегодня мы вместе с ветеранами войны в Афганистане приехали в село Талбазе Оргазинского района. Здесь пройдет товарищеский матч между сборной СССР и Республикой Афганистан. Команда «Афганистан» под первым номером. Это ответный матч. Месяц назад команды встречались в Уфе. Тогда они сыграли в ничью со счетом 3-3. Соревнования проходят в рамках акции «Ветераны боевых действий против наркотиков». Когда-то, служа там, мы брали как караван с оружием, так и караван с наркотиками. Да? Тогда это не поступало в нашу страну. Сейчас там находятся войска коалиции, которым по большому счету наплевать, куда это идет и зачем. Да? Наша задача теперь уже показать, к чему это приводит. Потому что 9 из 10 нам сказали, если бы мы знали, к чему это приведет, каким последствиям, мы, наверное, этого не пробовали. Начался второй тайм. Счет 3-0 в пользу сборной Республики Афганистан. Именно она открыла счет, забив гол на первой минуте игры. Соревнование посетила делегация из Афганистана во главе с председателем Сената Афганистана Фазал Хади Муслимьяром. Мы понимаем, что вот жизнь вдали от родины, вдали от своего народа, это, конечно, трудновато. И мы надеемся, что в Афганистане будет установлен мир, безопасность, улучшится жизнь. И наши соотечественники, которые здесь сейчас проживают в качестве мигрантов, они вернутся на родину. В матче победила сборная Афганистана. Счет 4-2. Игра очень понравилась. Это был ответный матч со стороны этнических афганцев, проживающих на территории Республики Башкортостан. И у нас с ними давнишняя дружба. И ежегодно мы вот такие мероприятия проводим. Очень хорошая игра. Дружба, хорошая игра, красивая игра. Мы через 10 минут не подведем на следующий раз. Плавно, будем теперь тренироваться. Как говорится, и будем добиваться повышенных, как говорится, результатов. Матч был очень прекрасный. Нам очень нравится собираться таким дружным коллективом, проводить такие матчи. После товарищеского матча участники отправились в Красноусольск, где после 2 часов купания в источниках этнические афганцы в качестве благодарности приготовили нам плов по оригинальным рецептам. Абдуллина Юлия, Алина Таюпова, телеканал ЮТВ.